Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева, я нахожусь на аллее Пальм. И я выехал, друзья, из дома, еду сейчас купаться на границу Россия-Абхазия. Поехали посмотрим, как там дела после шторма, все ли восстановили. Или пляжи так до сих пор разломаны и лежат, и никто их уже не восстанавливает 5 дней. Почему, интересно? И вот я нахожусь в прекрасной локации, друзья, на аллее Пальм. Это станция Эмеретинский курорт и начало Олимпийского парка, друзья. Сейчас проедем через Олимпийский парк, мимо Сочи парка, выйдем на Олимпийскую набережную. И по ней поедем вдоль самых топовых пляжей. Посмотрим, как проходит сезон. И приедем к границе России-Абхазия, искупаемся, посмотрим, как водичка. Водичка уже теплая, прогрелась, 26 градусов. Поэтому, друзья, можете брать билеты и приезжать. Сочи ждет. Или подписывайтесь на мой канал. Будете в курсе того, как проходит сезон, как тут вообще атмосфера, обстановка. Будете в курсе всех интересных событий и мест. Итак, друзья, я желаю всем прекрасного настроения. Приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, зовите друзей, отправьте это видео тем, кто любит Сочи, потому что мы начинаем. Также можете поставить мне царского лайкоса. Итак, слева строится концертно-театральный комплекс. Справа автодром. А мы двигаемся по Олимпийской аллее к Олимпийской набережной. Утро, 10 часов утра, пасмурно, смотрите, хорошо, солнце не жарит, самое то поснимать влог, показать вам, что здесь интересного. Также, друзья, подписывайтесь на мои ресурсы ВКонтакте, в Телеграме, там скоро будет интересная активность. И я скину туда оповещения о стримах. Я провожу каждый день стримы по вечерам. Катаемся, слушаем живую музыку. Если вам интересно, подписывайтесь. Я буду рад. Так, видим, что тут утром облагораживают территорию. Как-то мало людей. А сейчас вообще пик сезона, начало августа. Сейчас будет с начала до конца августа пик сезона идти. И потом уже пойдем на спад, так сказать. Поэтому надо сейчас максимально наслаждаться летом. Проезжаем, друзья, Сочи парк. Это фиолетовый аттракцион «Квантовый скачок». А, сейчас его будут запускать, давайте посмотрим. Ракета на старте. И полетели. Приезжайте, прокатитесь. Что? Там, вот справа. Там вход будет, да, в Сочи парк.
Так, все, друзья. Тут получается два круга делается, и все. И потом новые заходят. Это Сочи парк. В Сочи парке там 2000 в день, и вы без ограничений там находитесь по времени, катаетесь на всех аттракционах сколько хотите, пока не надоест. Так, вот там вход в Сочи парк. Перед вами отель «Богатырь». Так, надо тут проехать. Так, и вот мы проезжаем. Окошко нашли. Я просто опытный водитель и велосипедист. В одном лице, так сказать. Так, выехали вот на этот проезд, к морю он ведет. Видим, что тут активно ведутся работы. С правой стороны строится жилой комплекс «Монтера», где я хотел себе взять апартамент и был бы благодарен, если подскажете, где взять день. Слева у нас образовательный центр «Сириус». И вот ребята тут строят аллею, я так понимаю, какую-то. Итак, друзья, выезжаем. Смотрите, после шторма тут дрова. Давайте начинаем с отеля «Богатырь». Его разбило очень серьезно, и уже сколько, дней 5 прошло, они все не могут восстановиться. Давайте посмотрим. Сейчас на этот бордюр залезем. О, сезон в разгаре, друзья. Вот смотрите, последствия шторма на пляже «Богатырь». Тут кафе было. Все разбило, размотало, друзья. Но потихонечку восстанавливаемся. Смотрите, что у нас по морю. Значит, море спокойное. Ребята катаются, наслаждаются жизнью. И мы отправляемся, друзья, в сторону Абхазии.
по Олимпийской набережной. Есть такое, что душновато, но хорошо хоть солнца нет. Тут еще даже пляж не почистили, он весь грязный, весь в мусоре. Проезжаем пляж Сириус. Проезжаем пляж отеля Сочи Парк. Пляж Сочи Парк отеля, друзья, очень красивый, по-моему, приятный такой, тут все есть, и VIP-зоны, и очень много сабсерферов, я обращаю внимание. Так, двигаемся по Олимпийской набережной, друзья. Сезон в разгаре. Вот восстанавливают пляж. Смотрите, дорожки откопали. Вон, видите, дорожки откапывают. Дорожки засыпало галькой во время шторма. Душ тоже, смотрите, засыпало. Видите, как много народу. Пляж Сигма Сириус. Смотрите, пляжи после шторма. Как выглядят. Так выглядят. Идет процесс восстановления. Я думал, они за два дня все восстановят, а уже 5 дней прошло. Пляжи пустые.
Доезжаем ресторана Мор де Амор. Так, пляж ресторана Мор де Амор. Тоже его весь размыло, смыло. Сириус тоже разбило. Ну, тут все пляжи полностью смыло. Вот мы сейчас будем ехать, смотреть. Пляж Гамма Сириус. Все классно. Рыба была. Так, слева у нас начинается отель Рэдисон. Пляж Сириус. И дальше начинается пляж Рэдисон, который тоже смыло. Тут песка на 20 миллионов завезли, его весь смыло, представляете, штормом. Блин, ты куда ж не едешь? Пляж Рэдисон, друзья. Здесь стоит 3000 в день лежак. Здесь прекрасный вид на горы. Тут спортивная зона, турники, пляжный футбол, волейбол. Ресторан «Высота». Слева начинается парк отель «Арфа», вот с такими апартаментами, а справа пляж курорта «Красная Поляна», но его там весь размыло, разбило. Так он выглядит. А мне нравится вот слева вот этот парк отель «Арфа», как они тут засервировали все. Какие у них домики симпатичные. И двигаемся дальше, друзья. Восходящего солнца мчим, волосы назад.
подъезжаем к району Совхоз Россия. Друзья, вы напишите, как у вас настроение, откуда меня смотрите, когда приедете, знакомы ли вам эти места. Мне будет интересно почитать. Так, пляж отеля Sport King, друзья. Так, ну смотрю, потихонечку восстанавливают пляжи, достали лежаки, бунгало. Ой-ой-ой. Подъезжаем к пляжу Бриз Резорт. Вот там вообще смыло полностью. Смотрите, вон даже вышку перевернуло. Вот смотрите, где душ стоит, раздевалки. Так, ну вот тут потихонечку наводят порядочек, смотрите. Поэтому скоро уже, друзья, последствия шторма будут ликвидированы. И вы можете приезжать спокойно себе отдыхать. Чтобы быть в курсе, просто подписывайтесь на мой канал, на мои ресурсы. Новые лежаки привезли. Стали стоят на велодорожке и смотрят на велосипедистов. Вот что это за гении? Вот что это надо за гением быть, чтобы встать на велодорожке и смотреть, как проезжают велосипедисты? Это не каждому дано, мне кажется. А мы проезжаем отель. Пляж отеля «Бархатный сезон», и здесь целый год у этого отеля, несколько корпусов. Очень жарко, сейчас пойду окунусь и поеду на мандарин. У меня с собой полотенце есть. Все супер. Водичка тут чистая у границы. Чем ближе к Абхазии, тем чище, друзья. Так, ну можно тут сейчас где-нибудь скупнуться.
Смотрите, душ есть. Сказка просто. Что они замотали эти бунгало? Так, ну все, мы у границы. Сейчас я раздеваюсь и иду купаться. Так, я готов к труду и обороне. Очень много народу здесь, потому что здесь этот отель бархатные сезоны. Но на Чайке больше народу. Ставим тут аккуратненько. Все, пошел, я купался. Водичка просто чистейшая, прозрачная. Поэтому, друзья, можете брать билеты и приезжать. Все, на этом я прощаюсь. Желаю всем удачи, успехов, процветания. Подписывайтесь на мне все мои ресурсы. И счастливо!